Все ништяк. О, как зовут, скажи? Наташа. Я еще не готова. Летит? Не лечу. Просто разбегаешься и вперед. Все, ни о чем не думай. Пожалуй, ты не держись, а просто раскройся и лети. Да. И отталкивайся как можно сильнее. Не надо туда уходить. Разбега не надо больше. Просто оттолкнись. Этого хватит. Не могу. 5, 4, 3, 2, 1. Побежал! Побежали! А ты тут что делаешь? У меня что-то мушки. Сейчас я давай спускайтесь, я сейчас подойду. Давай, кричи, как там? Супер! Супер! Что хочешь? Хочу! Я еще хочу! Обратно по веревке назад лезь быстрее! Ладно. Тут так спокойно. Ой. А? Костя, как это хилен, да? Я знаю. Ты рубль с сумки брал, да? Да. Мне пришлось там всю сумку перерыть. Но я нашел. Первым делом снимай вверх. Вверх карабина? Погоди. Нет, не карабин. Ну, в смысле, этот зажим. У меня все позвонки, по-моему, вправились. Давай-ка вон на ту кучу встань, пожалуйста, наверное. Легче будет. Давай, перепрыгивай. Так. Погоди, ножки же тоже затянули. Все, хватит. Просто потяни на себя железку и все. Так. Каску. Нет, ставь. Волосы тут. А, я мокрая. Да. Запускаю!
Серега снизу, да? Серега? Да. Он сказал, что я снизу буду встречать народ. Он там кто-то встречал, да, там. Короче. А, да, Серега, сейчас. Че подумаешь? Для себя? Или для всех? Да, да, можно для всех. Карабин не суем, если держишься в районе узла, либо вдоль, подальше. Прыгаешь только прямо, ни вправо, ни влево, раздвигаешься, руки по сторонам, стараешься плашмя лететь. И руки за борт самолета не вытаскивай. Закинь веревку дальше, чтобы она была на железке. Чтобы все было под жестью. Я же тоже был. А мне? Тебе привет. Летит! Готово, давай. Пока Счет. Нет. Счет. Что тебе? Три, с трех до одного или по-крутому? С пяти. Как можно? 5, 4, 3, 2, 1. Пошел! Рука! Хорошо, пошел. Крыша повалилась.